Звучит музыка Фредерика Шопена. Студенты музыкального колледжа готовятся к торжественному концерту, посвященному присвоению их учебному заведению имени великого польского композитора. Это самый великий для нас композитор на все времена. И его музыка в России очень любима всеми и дорога всем. И она преодолевает все границы. Она объединяет абсолютно людей всех национальностей. Иркутский музыкальный колледж ведет свою историю 1922 года. Визитная карточка учебного заведения – фортепианное отделение. Среди его выпускников – заслуженный артист России пианист Денис Мацуев. Свое музыкальное образование он начинал именно с произведений Шопена. В России именно к музыке Шопена всегда проявлялся огромный интерес и огромная любовь. И Шопен нам дорог своей прекрасной музыкой. Его музыка, она необыкновенно красива, она необыкновенной красоты. И практически все музыканты, кто стал профессионалами в своем деле, они воспитывались на музыке Шопена. С инициативой присвоить музыкальному колледжу имя польского пианиста и композитора выступило руководство учебного заведения. Идея была поддержана. Не могли остаться в стороне и сотрудники Генерального консульства Республики Польша в Иркутской области. Благодарим губернатора, что поддержал эту идею, и Министерство культуры, что тоже откликнулось вот на это предложение. И колледж вот сегодня имеет присвоено имя Фредерика Шопена. Как рассказал Дариуш Павловский, консульство планирует не только выплачивать специальные стипендии особо одаренным ученикам колледжа, но и отправлять их на учебу в музыкальное учебное заведение Республики Польша. Там иркутяне смогут услышать произведения великого композитора в исполнении его земляков. Вадим Шевцов, Александр Мокин. Новости сейчас.